два года. Два года, ну да, практически. Здравствуйте. 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 А пишечка какой? От детей. Спасибо. Если вы говорите. Учительница, можете задать ошибки. А как проверить, как преподавали? Я русский язык. Тяжело мы жили, конечно, скромно, тяжело, но дружно, дружно, внимательно друг к другу. Ну, приходилось вот так жить. Спасибо вам большое. Вы приносите нам какое-то желание еще пожить. Вот чего. Живите. Ага. Хочется еще. Вот вы приедете, значит, вы нас помните, и хочется еще пожить. Будем вас еще ждать. Спасибо. Меньше болейте. Хоть стараемся, но изношено все. Изношенность большая. Что вы? Ведь войну захватили. А уж я-то чего живу? В 7 лет мать умерла, а через 2 года умер отец. Я уж поставился вот такой братишка. И попали под войну. Братец у меня так молодец. Вам 8, под 80? 80 больше 80? Да нет, а под 80. Братишка еще жив. Мне была беда, как братишку устроить. Свяжется мальчишка с какой компанией? Нет. Заставила его выучиться, кончить ремесленное. На Савеловском заводе ему дали работу и квартиру. Вот так у меня. Мы остались вдвоем. Спасибо вам большое. Вы приносите нам желание как-то и настроение. Спасибо вам большое. Ну, пишите обязательно. Вы из каких мест-то? Из Москвы, из Москвы. Из самой Москвы. Я из Барнаула. Я Москву-то знала хорошо. У меня там родственники.